Звезда единоборств прокатился голым на лошади ради рекламы. Чемпион по смешанным единоборствам в легком весе ирландец Конор Макгрегор сильно удивил своих поклонников и журналистов, снявшись обнаженным в рекламе скачек The Pegasus World Cup. Главный приз в этом состязании составляет 1 миллион долларов. Многие отнеслись к поступку бойца неоднозначно, сообщает Metro. Зачем знаменитый боец решил прокатиться голым на лошади? Спросите, что полегче. Но, скорее всего, ответ один – деньги, пишут британские журналисты. По сети разлетелись фотографии практически обнаженного спортсмена, выседающего на лошади в явно неудобной для него позе. Боец заявил, впрочем, что обожает скачки. «Это популярный вид спорта в моей стране, и я счастлив быть лицом крупнейшего мирового состязания в этой дисциплине», — заявил Макгрегор. «У Pegasus World Cup есть деньги, Конор любит деньги, идеальная пара», — продолжают иронизировать представители СМИ. Гонка, которую рекламирует боец, состоится во Флориде 28 января. Тита Ортис рассказал о добром сообщении от Даны Уайт после Bellator 170. По словам Тита Ортиса, Дана Уайт послал ему доброе сообщение после его победы на Bellator 170. Вражда Тито и Даны Уайт, кажется, длившейся долгие годы, похоже, закончена. Член зала славы UFC после яркого завершения карьеры рассказал об этом, согласно Bloody.com. «Я люблю этого парня, он мой первый менеджер», — сказал Ортис. «Я всегда просто боролся за то, что было важно для моей карьеры. Никаких сожалений». Дана послал моей девушке текстовое сообщение, потому что она раньше работала на UFC, и они постоянно общались. «Я благодарен Дане за его сообщение, в котором было сказано, это именно тот путь, которым ты должен был подняться на вершину». Когда я подписал контракт с Bellator, Дана послал мне боксерские перчатки с его лицом на них с посланием, что «если это не мотивирует тебя, то ничего уже этого не сделает». Напомним, что вражда Даны Уайта и Тита Ортиза накалилась до такой степени в 2007 году, что они даже планировали подраться друг с другом в боксерском матче. «Я не хочу иметь дело с промоутером Пакьяо. Мы предложим Мейвезеру и Макгрегору по 25 миллионов», — сказал президент UFC. Президент UFC Дана Уайт заявил, что не желает иметь дел с известным промоутером Бобом Арумом, представляющим интересы экс-чемпиона мира в 8 весовых категориях филиппинского боксера Мэнни Пакьяо. По его словам, ему не нравится Арум, и он не будет обсуждать с ним идею организации потенциального поединка Пакьяо с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Ранее филиппинец выразил готовность сразиться с ирландцем в боксерском поединке. «Я люблю Мэнни Пакьяо, я не люблю Боба Арума. Вы можете сказать Аруму, чтобы он не тратил свои деньги и не делал каких-либо звонков нам. Мы не будем иметь с ним дело». «Флойд? Вот это реальное предложение. Я тот парень, который может сделать реально интересное предложение. Мы заплатим Мейвезеру и Макгрегору по 25 миллионов долларов. У нас есть хорошее предложение для него», — сказал Уайт в интервью Yahoo Sport. Вы смотрели новости ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.